5 минут. Прошу вас, 5 минут. Добрый вечер, мадемуазель Куку. Добрый вечер, Удри. Извини, что я вас заставил так долго ждать. Чем я обязан? Что это? Почему это здесь? Я хотел умыться. Вы что, моетесь по ночам? Да, в общем, послушай, иногда. Мари, очень хорошо, что ты не ходил в кино. Ты правильно сделал. Погоди, Удри, расскажи завтра. Мадемуазель Куку. Мадемуазель Куку, извини, чем я обязан? Что это за запах? Здесь чем-то пахнет? Кажется, духи. Я ничего не чувствую. Как это не чувствуете? Такой запах, что меня мутит. Мадемуазель Куку, Удри, умоляю, чем я обязан? Не будем торопиться. Вы должны понять, господин Мироев, что если я рискую собой, своей репутацией, и прихожу ночью в комнату к холостяку, то меня вынуждают к этому чрезвычайные обстоятельства. Чрезвычайные обстоятельства? Я не понимаю. Это не сумасшествие? Может быть, но это мое сумасшествие. И я не обязан никому давать отчет. Ошибаетесь, господин Мироев. Школа должна знать. И не только школа, город и я. Вот вы узнали. И для этого не нужно было приходить ко мне ночью. Мадемуазель, я же говорил вам, подождите. Потерпите до утра. Разве я могла бы спокойно заснуть? Нет, господин Мироев, эта тайна должна быть немедленно раскрыта. Сейчас. Но сегодня, наконец, все должно выясниться. Пусть выяснится, но не теперь, утром. Уже ночь. Поздно. Вы что? Вы что, указываете мне на дверь? Ну, хорошо. Как вам будет угодно. Только бы вы не пожалели, господин Мирою. Только бы вы не пожалели. Удря, за мной!